Я женских слов люблю родник и женских мыслей хороводы. Поскольку мы умны от книг, а бабы прямо от природы. Кто ищет истину, держись у парадокса на краю. Вот женщины дают нам жизнь, а после жить нам не дают. Но если пламя в нем клокочет, всегда от женщины добьется того, что женщина захочет. Природа тянет нас на ложе, судьба об этом же хлопочет. Мужик и без бабы жить не может, а баба может, но не любовь не значит слиться телом. Душою слиться — это да, но между делом слиться телом не помешает. Не помешает никогда. Точно тебе говорю, давай. Но не хочу я, но голова у меня болит. Господи, да боже ж ты мой, мусор бы взял, вынес. О да, о да. А потом не помешает. Душа у женщины тонка и вечно склонна к укоризне. То нету в жизни мужика, то есть мужик, но нету жизни. Завел семью, родились дети, скитаюсь в поисках монет. Без женщин жить нельзя на свете, а с ними во всей жизни любовь не значит слиться телом. Нет. Душою слиться это да. Вот это да, 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 да. Но между делом слиться телом не помешает. Не помешает. Никогда. Никогда. Не значит слиться телом. Нет. Душою слиться это да. Вот это да, 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 да. Но между делом слиться телом не помешает. Никогда. Не помешает. Никогда. 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 Не помешает. Да. Никогда. Не помешает.